Сбываются мечты. Так говорят люди, когда к ним в отдаленные уголки приходят долгожданные изменения. Условия, комфорт, новый образ жизни, надежды. В Хорезме, к примеру, на улучшение жилищных условий людей в 519 махалях 13 районов и городов выделен 1 триллион 496 миллиардов сумов. Из них 211 миллиардов 300 миллионов направляются на программы «Обот-Кышлок» и «Обот-Махаля». В основном эти средства направятся на строительство и ремонт сетей питьевого водоснабжения и канализации, а также на асфальтирование внутренних дорог. Также инвестиционная программа будет направлена на совершенствование системы электроснабжения, изменение инфраструктуры туристических поселков и туристических махалей, создание малых промышленных зон, улучшение архитектурного облика городов, рациональное использование выделенных материальных ресурсов, предотвращение коррупционных действий и махинаций находится под строгим контролем прокуратуры. Для эффективной реализации поставленных задач был сформирован республиканский штаб во главе с заместителем генпрокурора. В целях исполнения всех поставленных задач также были сформированы региональные рабочие группы, в компетенции которых осуществление ежедневного контроля на объектах и предоставление информации в республиканский штаб. Во всех районах и городах области работа по реализации программы идет полным ходом. Например, на строительство, ремонт и благоустройство 107 объектов. В Янгибазарском районе планируется направить 77 миллиардов 891 миллион сумов. Все жители, которые состоят в железных, женских и молодежных тетрадях, были трудоустроены. Многим были выделены земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности. И мы уже видим явные результаты проводимых реформ. В регионе ведется строительство и ремонт сетей питьевого водоснабжения протяженностью 1 километр. На реализацию проекта было выделено 200 миллионов сумм. Также будет улучшена дорожная инфраструктура. Республиканская рабочая группа ознакомилась с проводимой во всех районах области работ по благоустройству, строительству и ремонту дорог. Во время адресных проверок особое внимание уделялось их качеству. Большой комплекс работ проделан в Кошкопирском, Янгаринском, Богодском, Хазарасп-Ургенчском районах области. Благоустраиваются города Ургенч и Хива. В нескольких махалях были отремонтированы дороги. В течение многих лет у местного населения была проблема с чистой питьевой водой. И она найдет свое решение в ближайшее время. Чистая вода будет поступать в село. На благоустройство махалей Аваздунак и Каракум в Хивинском районе выделено 26 миллиардов 126 миллионов сумм. На улучшение системы электроснабжения области выделено 113,8 миллиардов сумм. И как результат, только в Ургенчском районе в махале Хамид-Оленджон ведется реконструкция системы электроснабжения в 724 домах. Здесь установили два новых трансформатора и произвели замену более 4 километров кабелей. Кроме того, на реализацию инвестиционной программы по области выделено 517,9 миллиардов сумм. 18 миллиардов сумм будет направлено на создание малых промышленных зон. Более 88 миллиардов сумм на улучшение архитектурного облика районов и городов. В рамках государственной программы «Обот-Махаля» на благоустройство махале Исламабад из ее кор планируется выделить 16 миллиардов 297 миллионов сумм. Средства направятся на улучшение водоснабжения, энергосистемы, а также развитие средств связи и газотранспортной инфраструктуры.